Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала «Чудесный огород». И сегодня я хочу сделать небольшой видеообзор. Разговор пойдет о смородине и о эпине. О чем я сейчас расскажу вам. Вот посмотрите, вот этот куст смородины, он абсолютно новый. Это не мой дачный участок, это участок моей хорошей приятельницы, и она мне любезно позволила снять видео. Мы с ней проводили эксперимент на участке на ее. Она не обрезала куст смородины, который сажала. Вот посмотрите. Вот даже есть засохшие цветочки, и он у нее стал пропадать. Когда уже она его обрезала, прошло довольно-таки много времени, куст тратил все свои силы на то, чтобы сохранить цветение, и начал гибнуть. Вот все листики у него полностью стали сухими, и он стал, можно сказать, умирать. И я ей предложила провести такой вот эксперимент с эпином. Мы обработали смородину саму эпином, обрезали, во-первых, ее, потом обработали ее эпином и пролили под куст. И что я хочу вам показать? Вот два таких куста я вам оба покажу. Это буквально прошло после обработки, ну, я так не помню, примерно неделя прошла после того, как мы обработали и пролили эпином. И вот, смотрите, новые, абсолютно пошли новые из пазухов листочки. Растение вообще уже, можно сказать, оно умирало. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот листочки новые пошли из пазух. Я думаю, что растение все-таки нам удастся сохранить, и оно наберет силу, новую листву. Где-то примерно через несколько дней мы еще раз обработаем растение и прольем эпином. Обратите внимание, вот этот куст смородины, это одного и того же сорта, он тоже был вовремя не обрезан, не удалены были все цветоносы, он также находился в ужасно плачевном состоянии, сбросил всю листву, листва вот просто вот так засохла, и теперь после обработки эпином стали нарастать вот из почек новые листики. Результат отличный. Эпин работает, действует, и чувствует вот растение себя уже более или менее хорошо. Так что можете взять себе на вооружение, что вот эпином проливать и обрабатывать смородину замечательно. Но все же не забывайте при посадке смородины обрезать как можно больше, как стволик, веточки у растений, и убирать цветоносы. Всего вам хорошего, хороших вам дней. До встречи. Пока-пока.